Всем привет, меня зовут Николай Соболев. С вами Данила Рыжкин. Николай Соболев. Вообще-то нет, с вами Данила Рыжкин. Николай Соболев. Так, заткнись нахуй, это мой город, мои новости и мой хайп. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и давайте поговорим о сексе на танцполе ночного клуба Мила. Свет, камера, мотор! Все мы любим секс. Все мы любим заниматься сексом, все мы любим мечтать о сексе, и все любим смотреть на секс. И временами мы так любим секс, что становимся героями вирусного видео. И для тех, кто не в курсе, сообщаю, что сегодня паблик МДК опубликовал видео, в котором подростки занимались сексом на танцполе ночного клуба Мила, который находится в городе Нижний Новгород, в котором я, кстати, живу. И что самое интересное, трахались они при всех! А вы знаете, что сейчас только что было? Это были пуканы всех тех, кто только что узнал об этой новости. То же самое, кстати, произошло и со мной, но об этом чуть позже. Сейчас хотелось бы донести одну информацию до моих любимых СМИ. Дорогой Первый канал, дорогая Россия 24, НТВшники и же с ними. Если вы постараетесь сделать сюжеты, основываясь на этой новости, и будете делать сюжеты так же, как и вы делали с Дианой Шурыгиной, будете превращать из этой девочки жертву изнасилования, а этого парня будете сажать в тюрьму, то я надеюсь, я искренне надеюсь, всеми фибрами души буду желать, чтобы вы закончили так же, как ливийский государственный и военный деятель Муаммар Каддафи. Ну что ж, вернемся к горящим пуканам. Если вы посмотрите комментарии к видео, то поймете, что молодых людей уже записали в животные, а женщину еще и в шлюхи. И да, они животные, потому что они хотя бы могли пойти в туалет и никому не мешать. И да, она шлюха, потому что, ну, если верить очевидцам, то она бегала по всем мужикам, пыталась их залезать, засосать и получила член. И да, я обеспокоен, что такое происходит с нашей молодежью. Я обеспокоен, что это происходит в моем городе. Но! Есть жирное но. Во-первых, алкоголь на этой вечеринке. Во-вторых, сама вечеринка. Радость, веселье, разврат, садомия, член, вагина. Ну и в-третьих, да вы же так бы сделали. Потому что большинство комментаторов, которые якобы критикуют эту женщину, они лицемеры, потому что, будь они так же пьяны, как эта девочка, будучи девочкой, они так же бы прыгали на любой попавшийся член. А будь они владельцем члена, они бы с радостью приняли бы эту девочку. Поэтому это жуткое лицемерие, это жуткий суд Линча. И вывод тут только один. Мы в жопе! Напоследок хочется сказать еще пару фраз. Понятное дело, что не все так себя ведут под алкоголем, и да, эти люди виноваты, но большая часть людей все-таки повела бы себя так же, и обидно за это лицемерие. Также обидно, что так несправедливо поступили с парнишкой, потому что его уже отчислили из Академии МВД. Я вот не понимаю, отчисляйте за плохую учебу. Отчисляйте за взятки преподавателям. Ну не за это, за это максимум, ну штраф административный. Поэтому я призываю всех тех, кто учился с этим парнем, идти в деканат и требовать возврата чувака на учебу. Также несправедливость в том, что эта девчонка теперь делает трансляции в Инстаграме и говорит: ой, как круто, что видео набирает столько лайков. Слава богу, она хотя бы говорит еще, что не имеет претензий. Это хорошо, но несправедливость в том, что, блин, ее не выгнали. Ну, хотя она получила, в принципе, наказание тем говном, который сейчас изливается на нее в интернете. Но все равно я считаю это несправедливостью. И в очередной раз, кстати, повторюсь, надеюсь, СМИ не будут делать из этого новостную шумиху в стиле Шурыгиной. А если и будут, то призываю блокировать. Как только узнаете, что они это делают или собираются сделать, не смотрите, забирайте своих родителей из города и блокируйте телеканалы, чтобы у них упали рейтинги. Ну и подытожить хотелось бы тем, что если ты разделяешь мою точку зрения и хочешь, чтобы эту точку зрения увидели другие люди, которые могут мыслить, а не просто изливаться грязью в сети, распространи этот ролик, подпишись на мой канал, поставь лайк и прокомментируй. Ну а если ты простое быдло, которое
просто сидит в пабликах, возмущается, критикует или лицемерит, то, ну, иди нахуй, что я тебе могу сказать. Разговор с быдло короткий. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем Ютубе, во всем интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.